статья про русских футболистов. Я ее выкинул. Мне нужна история про то, как дикарей будут учить играть в футбол. Динамо, Москва, Челси, Лондон, дорогие друзья. Кажется, вот-вот этот матч все-таки состоится. Проиграем, да, Михаил Иосифович? Ты еще тут каркаешь. Я еду влюблять в себя лучшего русского. Русские пьют водку. В этом их сила. Продается не монстр. Продается история любви монстра и красотки. Лучший игрок русских влюбляется в молодую и красивую журналистку. Она бросила своего парня Томми Лоутона на звезду Челси ради какого-то русского. Я буду называть тебя The Best. Лучший. И тут... Бам! Наша «Динамо» — это не только футбол. Вы можете показать всем, как русские играют и любят. Как ты будешь контролировать мяч, если ты нервы не можешь контролировать? Самый близкий человек может оказаться предателем. Русские ни за какие деньги не лягут под Кардив. На этот случай у меня есть план «Б». Ты можешь остаться в Англии. Пас в центр. «Динамовцы» перехватывают мяч и устремляются к воротам англичан. Ты его не любишь. Ты его используешь. Вы что творите? Они все время меняются местами. Мы не знаем, кого держать. Она еще не просила вас остаться. Вы будете ее любить, а она вас продавать. Представляю, какой банк он сорвет. Знаешь что, если русский проиграет, я оставлю тебя в живых. Помоги мне, а я помогу тебе. Сячный пас на Боброва. А если это любовь? Сколько они пообещали? Есть вещи важнее денег. Леди энд Гамильтоны.